В Екатеринбурге два трамвая столкнулись и сошли с рельсов. Пассажир одного из них получил травму. Врачи диагностировали у него порез руки. И произошло все на пересечении улицы Донбасская и переулка Суворовского. Причина пока не ясна. По предварительным данным, одно из транспортных средств могло выехать на запрещающий сигнал светофора. На месте происшествия работает вся оперативная служба. Движение на этом отрезке в Орджоникидзевском районе затруднено.